Поработать на благо города. В Азербайджане теперь оплачивается общественно полезный труд. Правда, только тем, кто долго не может найти другую официальную работу. Временные вакансии подбирают в службе занятости. Все подробности у Заура Мустафаева. Управлять газонокосилкой Равшан научился еще в армии. Когда отслужил, вернулся в родной Баку, разослал резюме, но предложения о работе не дождался. А деньги очень нужны матери на лекарства. У нее диабет. Я на любую работу был согласен, но куда ни обращался, везде отказ. Один товарищ посоветовал сходить в службу занятости, и там мне сразу предложили вакансию. Этот центр называется ДОСТ, в переводе с азербайджанского «друг». Руку помощи здесь готовы протянуть любому, кто ищет работу. У нас все официально. С каждым мы заключаем трудовой договор, оформляем страховку и банковскую карту, на которую перечисляем зарплату. Но, конечно, контролируем, чтобы весь объем работы был выполнен. Ежедневно сюда приходят сотни заявок из городских ЖЭКов. В одном районе срочно дворник нужен, а в другом сантехника ищут. Ибадет Исмаилов по образованию инженер-технолог. Вел свой бизнес, но обанкротился. В центре занятости предложили вакансию садовника. Я растения люблю, поэтому и решил попробовать. Обещают платить $120 в месяц. На первое время мне хватит, а там, глядишь, пойдут опять дела в гору. Агил красит студенческое общежитие. Трудится на совесть. Раньше работа то была, то нет. Ну и деньги соответственно. Сейчас все стабильно. За 4 месяца, что существует центр ДОСТ, места получили уже 30 тысяч безработных. Заур Мустафаев, Фирдовси Марданов, Фуат Касумов, Чингис Садыгов, Мир 24.